Сегодня в Пятигорске у мемориального комплекса «Огонь вечной славы» завершились торжественные мероприятия окружной акции «Знамя Победы». Столица СКФО стала конечной точкой праздничного автопробега, инициированного главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Колонна тематически оформленных автомобилей отправилась в путь 6 мая из Каспийска, проехала населенные пункты Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В каждом из субъектов была развернута масштабная копия «Знамени Победы», основную копию знамени передали в аппарат полпреда президента России в СКФО до празднования 80-летия Великой Победы. Планируется, что 9 мая 2025 года автопробег стартует в Ставропольском крае и завершится в Дагестане.